Мы сейчас в аэропорту Хитрый, скоро вылетаем сначала в Катар, потом во Вьетнам. Уже в самолете, скоро вылетаем. Сейчас мы летим 7 часов до Катара. И нам уже дают угощение. Сначала это напитки. Мы взяли джин-тоник и сухарики. И здесь также можно смотреть фильмы. Достаточно комфортно. Принесли нам обед. Мы взяли телятину с овощами. Там еще была паста. Ричард взял красное вино, а я томатный сок. Кофе и чай. Сок. Можно чай или кофе, или еще что-нибудь с напитком. Мы уже сели на второй самолет, и теперь из Катара будем лететь в Хо-Чи-Мин, во Вьетнам. Здесь в самолетах этих так комфортно, дают вот такие подушечки, я ее сразу же под спину себе подкладываю. Потом это наушники для просмотра фильмов, фильмы интересные на английском языке. Потом такое вот одеяло. И здесь вот хороший такой набор для сна. Мне такое нравится, и все это очень полезно. Беруши. Я в самолетах и поездах с такими берушами хорошо сплю, высыпаюсь. Потом такая маска для глаз, носки. И вот что мне еще очень нравится, вот такая вот одна щетка. Одна щетка и паста малюсенькая. Да, это очень полезно. Потом с утра. Вот так вот, все, нам счастливого пути.